Итак, Brazzer HL 1110. Просит заменить картридж Stoneon. Картридж заправили, но ошибка не ушла. Давайте распечатаем тест-лист и посмотрим. Тонера видно, процентов 20-30 осталось. Так, как сбрасывать счетчик? Нужно извлечь весь картридж в сборе, отсоединить тонер-картридж от драма. И в аппарате сейчас покажу. Нам нужно будет нажимать вот этот вот маленький черный флажок. Он на пружинке. Нужно будет руку просовывать через лоток. Итак, в аппарат устанавливаем барабанную часть без тонера. Нажимаем и удерживаем флажок. Когда закрутится редуктор, нужно будет флажок отпустить, нажать и держать до полной остановки. Так, посмотрим. Закрыли крышку, ждем. Закрутился редуктор, отпустили, нажали и держим. Смотрим индикацию. Ну все, восклицательный знак у нас больше не моргает. Теперь достаем драм. Устанавливаем тонер с картриджем. Ставим все на место. Закрываем крышку. Ставим бумагу. Сейчас еще разок распечатаем тест-лист и посмотрим. Раз, два, три. Пожалуйста, 100%. До и после. Все, удачи.